Решение о создании при Самарском государственном аэрокосмическом университете наблюдательного совета подписал министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Наблюдательный совет принимает самые главные стратегические решения. Это связано с планом финансово-хозяйственной деятельности, с программой развития университета, с назначением ректора, значит, с принятием документов, которые определяют финансово-хозяйственную деятельность в целом всего университета. То есть он рассматривает и стратегию, и тактику, с кем нам взаимодействовать. Аэрокосмический университет входит в Союз МАШ России. В его региональном отделении Шахматов возглавляет комиссию по взаимодействию предприятий и образовательных учреждений. Наблюдательный совет СГАУ вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и нобелевским лауреатом Жаресом Алферовым войдут руководители и других предприятий крупнейшего общественного объединения страны. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян, руководитель Объединенной ракетно-космической корпорации Игорь Комаров, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин, возглавит орган управления вузом российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Если бы, значит, вот этого не было, то есть согласие Рогозина, то многие решения, они бы застревали, и продвигаться, так сказать, вот в развитии было бы очень тяжело. Он это все воспринял абсолютно нормально и сказал: «Но я вам даю два поручения. Вот вы займетесь антиастероидной защитой Земли, ну, проблемой как таковой, что с чего, ну, начинать, понятно, куда двигаться там, и какие создавать системы, и поддержкой развития космодрома «Восточный». Полную версию интервью с ректором Самарского государственного аэрокосмического университета смотрите на телеканале «Терра» сегодня в 20 часов после выпуска новостей.